Дунга играет с Ривалдо, тот с Роналдо, пас опять Дунге. Отдай пас Дунге, он знает, что делать. Ривалдо получает от капитана мяч, идет вперед и будет бить поворотом, удар в нижний угол, гол. Фантастическая комбинация, задуманная. Легкая возня с мячом в центре, отошел назад Роналду, за ним никто не пошел, но все-таки там стали широковато в центре обороны. И вот посмотрите, левый у него удар, сильный, пресс большая, нижний угол левый, дальний от вратаря, и в него попадает Ривалдо, и бразильцы ведут 3-2. Второй гол талантливейшего нападающего сборной Бразилии. Хотя он считается и хавбеком, но так как он играет в атаке, то он скорее все-таки нападающий. А левой работает. Ну я уже... Спартакола. Упоение футболом.